Настоящая любовь – это безусловное чувство. Это чувство как матери к ребенку, дочери к отцу. А принятие – это уже осознанный выбор. То есть ты принимаешь все, что происходит в этом мире. Это уже осознанное решение. Вообще принятие – это и есть осознанность. Осознанность. Ты осознаешь происходящее. Вот в совокупности этих чувств приводит к полной гармонии бытия. Вот как-то такая мысль, такой посыл.